Заявили одну сумму, оказалась она в разы выше. Речь идет о деньгах, потраченных на установку информационных панно на мосту Михай Витязул, которая в итоге обошлась гражданам Кишинева в почти 140 тысяч леев. По крайней мере, эта сумма указана в отчете столичного управления городской мобильности в графе «Услуги по информированию населения о ходе ремонта на мосту Михай Витязул». Ранее в комментарии для ОАН-ТВ глава управления называл сумму куда меньше. Насколько я помню, это стоило несколько десятков тысяч леев. Не могу вам назвать точную сумму по той простой причине, что у нас очень много разных процессов, касающихся моста, которые мы не можем оценить по отдельности. Но все эти расходы были предусмотрены в нашем списке задач и процедуре исполнения работ. Точно так же можно сказать и о других объектах, которые ремонтируют на территории страны, где также есть информационные панно о том, как выполняют работы и какой срок их выполнения. Однако установленные на мосту панно все же отличаются от тех, что есть на других объектах. Вместо информации о том, как выполняет ремонт, какова стоимость и срок готовности, на баннерах значится текст, больше похожий на оправдание или самопохвалу. Капитальный ремонт моста. Впервые за 50 лет со строительства проводится капитальный ремонт моста. Или мы сделали все возможное, чтобы мост не был полностью закрыт на время ремонта. При этом последнее утверждение спорное, ведь ранее управление городской мобильности планировало на время полностью закрыть мост, попросив госпредприятие «Железная дорога Молдовы» предоставить альтернативный путь, который проходил бы через одну из ЖД-станций. Однако, получив отказ, местные власти оставили эту идею. Между тем, сами кишиневцы не согласны с такими способами информирования и их стоимостью. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в информационные панно, лучше бы инвестировали в людей, которые там работают, чтобы они закончили мост быстрее, чем за 2,5 года строительства одной половины. Вторую половину, надеемся, закончат скорее, чтобы мы не стояли в пробках, как сейчас, добираясь до дома час или два. Шашаш сведик и на репарации. Адикау просто трещины и деструс дрому, шамес сафа репарации. Ну, сунтец диакордку, а часто спуним аша инвестиция. Десигур. Где коррект есть идея инвести, а чести банин по новой информативе? Диалог не коррект, кредко. И прескум по позиждами. Лично что идет там? Мост на улице Михая Витязула протяженностью 300 и шириной 26 метров рассчитан на 6 полос движения. Он имеет важное транспортное значение. Изначально его планировали завершить до сентября 2023 года. Затем сроки продлили до ноября этого года. В конце июля мэр столицы Ион Чебан сообщил, что ремонт завершится в апреле 2025. Общая стоимость работ – 108 миллионов леев.